Продолжение мугубанка. Пошла, короче, Витюхе еще кисель взяла и думаю, возьму еще что-нибудь сладенькое. Баня нужна? Не, у меня есть. Покажи. Фуфло. Вот. Реальный аппарат. Настоящий штатовский сенсор. На 2 симки. Прикольно. А музыки много? Да тут два дня. Райское наслаждение. Устанешь слушать. Гляди, громкость какая. Ты доказала, что разумный человек, но не понеги. Ну и что стоит? Стоит десятку. За 2 косаря отдам. У меня только 500. А что еще есть? Ну, ковер не мой, телек тоже. А свое-то что есть? Вообще прикольный телефон. Стиви Тюнером. Всего за 500 рублей. Ну, наш с Антохой телефон. Да хочу вам все равно на 2 симки. По одному будем разговаривать. Мы с ним не разлей вода. Вот Антоха обрадуется. Да ты че? Вова, у меня даже слов нет, а? Вот я сейчас что буду делать-то без телефона? Это очень вкусно. Тут на 2 симки, одна твоя, другая моя. Очень удобный, по-братски. По-уродски. Сейчас это будет моим телефоном. Посмотрим, как тебе удобно будет. А где ковер? Только что здесь был. Я знаю, что он тут был. Сейчас-то он где? Бля, Антоха, только не бей. Ну я реально вот на столечко отвлекся, чтобы телефон купить. И все. А вы не знаете, кто ковер унес? Да блин. Как так-то, а? Что делать-то теперь? Что делать? Иди. Все, я до вечера сыта. Да, он не должен далеко уйти. Э, ты телевизор-то на кого оставил? Наелся? Значит, вместе с прошлым... Шоколадку? С вас 40 шелков. 40-40, раздавай. Деньги принеси, я ей раздам. Ну ладно, мы тогда за деньгами, к вечеру принесем. Вот это иди, а этот пусть, наверное, посидит. Может, ее подогреть надо было? Холодная? Обезьяны. Что? Не подогрели. Ты хоть помнишь, как этот ковер выглядел? Конечно, у Коляна его 100 раз видел, если не 200. Ну, красный такой, с желтыми такими ветками. Ну, вот как этот. Может, вот так лучше? Да. Сына, вот так лучше? Блин, так это же он. На натуре. Фига у меня глаз наметан, да? Да, мужик. У нас этот ковер сегодня вперли. Сворачивай давай. Хозяева пришли. Вы чё, парни, этот ковер здесь неделя висит. Хотите, покупайте 5000. 5 штук за свой ковер. Семён, Валера. Тут у меня кипиш вроде заваривается. Да какой кипиш, чё ты? Всё. Нет никакого кипиша. Пошли, Вова. Мы, короче, полетели. Витюха домой, а я на работу. Спасибо за просмотр. Пишите лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на мой канал.